Привет, дорогие мои друзья, дорогие мои подписчики, всем тем, кто заглянул на мой канал. Ну что, дорогие мои будущие мамы, павильон для вас, линия 10, павильон 60. Дорогие мои девочки, сейчас Инстаграм, ТикТок, WhatsApp, ВКонтакте группа именно прикреплена будет этого павильона. Ссылки, все будет под видео. Кого интересует эта одежда, пожалуйста, вот визитка, пишите в WhatsApp. И Аня вам обязательно ответит и на все вопросы, и покажет вам модельки. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Анна. Здравствуйте. Здравствуйте, Тамара. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Анна, скажите, пожалуйста, что у вас за одежда, кто, какой производитель и какой одеждой вы торгуете? Вот скажите мне, пожалуйста, Анечка, для моих подписчиков. Для ваших подписчиков у нас павильон для беременных. То есть у нас будущие мамы, мы их одеваем полностью, мы их ведем вплоть до роддома. Ну, практически мы их провожаем в роддом. У нас и одежда, и белье, и аксессуары. От косметики до верхней одежды у нас есть все. А скажите, пожалуйста, а кто и производитель вашей одежды? В основном у нас идет российский производитель, но мы еще подключаем Украину. Они отшивают очень хорошее белье. И на протяжении нескольких лет о нем очень хорошие отзывы. То есть люди покупают, они довольны, потому что к нам приходят и с первой беременностью, и со второй, и с третьей беременностью приходят. То есть у нас люди вот как-то, ну я не скажу, что постоянные, но приходят к нам не раз. Ага, спасибо. Анечка, давайте, наверное, начнем вот отсюда. Давайте вот с этих брючек, трико. Расскажите, что это за брюки, по какой цене они у вас? Вот эти брючки, сколько размеры там? Брючки у нас идут все с трикотажными резинками. Угу. По лету у нас будут еще модельки, которые будут идти под живот. И джинсики, смотрю, да, и есть? Джинсы у нас все идет с резиночками. Резиночки. А джинсики сколько стоят у вас? Ну, смотрите, у нас цена идет от 2500 и выше. Там все будет зависеть от модельки. Угу. Вот, это розничная цена. Кого интересует, ага, топ, это уже будет немножко другой разговор. Там также лосины, да, есть? Да, леггинсы, лосины. Сколько вот леггинсы вот эти стоят? 2500. 2500. Чуть-чуть поплотнее, там немножечко подороже, да. Но мы работаем очень хорошими тканями. Угу. Мы не портим товар, потому что очень много у нас приходит с интернет-магазинов, с магазинов, и, конечно, раздеваются. Мы видим, что качество... Угу. А вот эти платья вот тоже. Платьишки у нас там тоже идут от 2,5 и выше. Именно такое вот велюровое, оно будет идти 3800. 3800. Но вещи наши все рассчитаны с первого месяца и по последней. То ага. есть и в брючках, и в джинсах есть вот такие резиночки регулировки. По магазинам такого, конечно, в джинсах, например, вот я такого не видела. Угу. Там все вшито, они поэтому там и попроще идут. Костюмы у нас идут спортивные. Есть отдельно штанишки. Костюмы у нас еще, смотрите, идут еще, видите, как они еще и для кормления. Для кормления, да? Да, сколько такой? Много. Такой будет 4500, но мы всегда скидки делаем. Угу. У нас люди приходят, своих мы никогда не обижаем, кто к нам приходит угу. не первый раз. И, Тамарочка, вашим подписчикам тоже будет обязательно, скидка. Обязательно. Девочки, мои будущие мамочки, обязательно линия 10, павильон 60. Также я смотрю, у вас подушечки, да, вот есть на да, шариках? Подушечки мы работаем в основном, у нас есть и холофайбер, большие подушки. Вот, еще у нас очень много моделей придет, чуть-чуть попозже. На шариках мы работаем, потому что они идут и для мам, и для малышей. Угу. То есть они более многофункциональные. И сколько цена их? Такая будет 2800, около 2 метров длина. Но вы с нее можно сделать любую форму. Нам надо обязательно потом снять на ТикТок и показать эту подушечку. Да. Покажете? Конечно. Ну, пойдемте тогда в павильон. Анечка, рассказывайте нам, что еще у вас? Футболочки. А ну, давайте футболочки да, покажем. Футболочки у нас есть с принтами, угу. вот всевозможные варианты. Угу. 1500 у нас такая футболочка идет, но по качеству она идет хлопок и очень хорошая. Она при стирке не деформируется, не садится. Очень-очень много у нас разных, видите, у нас и киндер-сюрприз, и пузожители, и жду сына. У нас идут именно тематические для сына, для мальчиков, для девочек. Есть нейтральные, вот сделано с любовью, но это больше как-то для мальчишки. Вот, то есть у нас футболки разные. Тоже мы работаем российским производителем. Нам нравится то, что принты у них идут, им ничего не будет. Они прекрасно переносят многократные стирки. Вот папины девочки, смотрите, видите, угу. это на девочку, да. То есть моделей у нас очень много, угу. всегда. Больше, конечно, у нас любят как-то киндер-сюрприз почему-то.
Вот. Есть Будачурку. Вот такой, да, ангелочек живет в моем животике тоже. То есть тематики очень много. Очень много у нас спрашивают, конечно, и для пап. Ну, нам просто павильон не позволяет еще и мужские футболки поставить. Ну, я думаю, что мы к этому придем, да? Ну, раньше это было модно, сейчас как-то вот немножко не так. Но да? Футболки эти, да, именно вот мы на одной фабрике заказываем их. Потому что там очень хорошие они принты делают. То есть продавать не стыдно такие вещи. Так, я смотрю, вот это да. Что есть это за футболочки? Есть давайте футболочки покажем. Вот для кормления. То есть они носятся и во время беременности, и носятся они кормящие после беременности. Размеры идут до 52 полного размера. И с надписями, да, есть там, ага, смотри, вот. Да? Ну, в основном как-то сейчас ну, больше, да, это у нас вот такая, вот такого плана есть, вот почему-то вот Белоруссия сейчас немножко приостановила, но надеемся, у нас все наладится. Вот, да, это одна тонка, потому что очень много любят просто вот без ничего. И сколько такая? Такая будет еще 600, ну, я же говорю, по своим клиентам мы всегда уступаем. Так, а что вот. Еще есть еще вот такие вот кофточки, тоже кормящие, видите, они вот, они разные варианты. То есть по футболкам, по летним, весна, лето, вот по тоненьким тканям, они либо открываются вот так вверх, а уже более плотные ткани у нас идут, там вставлены замочки. Тунички у нас вот такого плана идет с кармашками, оно как на маленький рост, как платьишко будет. И сколько такие тунички? Такая 2500 будет. Такие вот 1800 мы продаем. Ну, мы на них скидки сделаем. Да, то, что у нас там остается по там 1-2 штучки, мы всегда уступаем. Так, что еще нам покажете? Толстовки у нас идут разные длины. То есть все модели рассчитаны до 9 месяцев на растущий живот. То есть вы не покупаете каждый раз новую вещь. А люди у нас приходят, покупают один раз, и им хватает до самого конца, вот до 9 месяцев. То есть вещь растет выкроена для набора веса. То есть она маленькая не становится. Если обычная вещь, она определенно идет размер, то беременна выкроена настолько, что девчонки у нас животики растут. И сколько такая толстовка? Такая будет 2800 тепленькая. Будем получать там уже потоньше, там уже немножко будет другая подешевле, цена. Подешевле, да? Так, давайте вот эти покажем. Это удлиненные, да, вот эти? Да, вот? Это удлиненные. А они сколько стоят? Она попа закрыта. 2800 мы отдавали своим. Вот. Но такие вещи у нас еще есть в костюмах. А давайте. То есть в костюмах давайте, они, да. В костюмах они будут идти намного. Полностью костюм у нас идет вот 4,5, да, это по теплым. Тоненькие у нас там подешевле идут. Вот, они рассчитаны тоже. Костюм, конечно, как и комплект, до которых мы потом дойдем, его просто выгоднее брать, потому что в костюме, да, там идет вот такая вот, вот такие вот штанишки у нас. Смотрите, тоже с резиночками, видите? То есть все вещи у нас идут на резинках, они все идут, регулируются. И сколько все цена? Вещи на пуговицах. Ну, вот костюм такой теплый 4500. И расцветки разные или только в одной расцветке? Это пришла у нас только в такой расцветочке, да. Вот. Теперь... Так, хорошо. И что еще нам есть покажете? Есть еще вот такого плана костюм. Здесь уже ткань марсала идет. То есть на тоненькой баечке это тоже вот весенний костюм. Вот такой тоже штанишки у нас идут. На резиночках. Это уже производитель Украина. Вот, смотрите. Да. Вот такого плана штанишки зауженные. Идут два вида резинки. Трикотажная на живот и бандажная резинка. Все это регулируется с первого по последний месяц. То есть, у кого животик маленький, мы все это утягиваем. У кого же по меру роста, они уже будут сами переставлять эти пуговицы. Есть вот такой тоже костюм, идет тоже здесь, тоже для кормления. Замочки открываются. Замочки, да. Это вот в более плотных тканях ставятся замочки. То есть на тоненькие там на футболке их не поставишь, а уже более плотная ткань ставится замочки. Такой тоже костюм 4800, ну, 4,5 мы его отдавали. Вот. Это идет уже Украина. Она шьет немножко другие ткани, чем Россия. Так, а что еще? Давайте нам еще покажем. Есть вот такого плана костюм, который идет с бомбером. Зауженные штанишки. Это тоже на баечке. Потом уже попозже будем получать тоже штанишки у нас все идут. Есть манжет, есть без манжетов. Вот. Вот такой вот у нас костюм. И цена его? Такой будет 4.
Ага. Это полностью. А расцветки только такие или еще есть? Да, у нас еще только... Был еще розовый цвет, но мы как-то побоялись его заказывать. Угу. Ментовый он как-то более оптимальный. Так. Теперь смотрите, вот как мы на витрине снимали кормящий костюм черный с леопардом, есть такой же, такого же плана, только будет он идти тоже кормящий, но здесь уже немножко туничка другая, такая угу. более классическая. Она зауженные штаны. Угу. Вот все эти вещи идут до 52 размера. Угу. То есть там размеры идут полномерные. Угу. Есть немножко вот такого плана флисовый костюм. Он будет идти без, он не кормящий. Такой 3500 полностью. Штанишки пряменькие идут. Тоже на весну можно. Он тепленький такой. Можно под жилетку, можно без жилетки. Угу. Вот, вот такого плана вот костюм. Тоже штанишки будут идти здесь. Более тонкие уже костюмы идут у нас весна-лето. Угу. Вот такие вот варианты. Тоже вот видите с бомбером, как мы утепленные показывали. Вот. Это все Россия отшивает. Качество ткани бесподобный футер. Ни катышками он не берется, ни деформируется, ничего. Такой костюм 4200. И штанишки уже будут поболее, вот уже под живот. Тоже бандажная резиночка идет. И штанишки у нас уже идут по тонким тканям, будут идти под живот. А расцветки другие есть или в таком цвете? Эта модель пришла только в такой расцветке. Они сильно так много расцветок не отшивают, угу. но в этом году как-то нам пообещали сделать уже более такие вот. Кислотные, конечно, опасные, угу. нравятся всем, но не все их покупают. Поэтому мы стараемся более такое вот спокойное, нейтральное, на любой вкус. Если кто-то хочет что-то там такое поярче, то, конечно, уже мы... В принципе, рассматриваем этот вариант, но будем смотреть то, что будет у нас уже по весенней коллекции. Угу. Чуть попозже будут уже новенькие новинки. Есть угу. вот такого плана тоже, видите, он тоже для кормления идет. Угу. Вот, смотрите. А, здесь... Спущенный рукав. И тут идет да, замочек, тоже да? замочки идут. Он тоненький. Костюм шикарный, потому угу. что мы его на розницу уже столько их продали. Тоже штаны на высоком. Да, расцветка. Моя любимая расцветка, дорогие подписчики. Ну, она нейтральная. Она я везде пойдет. Любимая. И в мир, и в пир, и куда угодно. Да, да, спокойный. Такой. Да, она спокойная. Лето, конечно, все равно. И сколько у нас, цена его? Такой у нас костюмчик тоже 4200 он стоит. Угу. Ну, хвосты, конечно, мы все всегда обрезаем. Но, я же говорю, по своим угу. клиентам мы никогда не обижаем. То, что ясно. Можно сделать, насколько возможно сделать скидку, мы делаем. Угу. Потому что у нас приходят люди, это не то, что вот конкретно пришли, купили там один костюм. У нас начинается с белья и как-то, ну, одеваются, бывает, одеваем мы полностью. От трусиков, белье подбираем, бандажик подбираем. Мы немножко чуть попозже к ним вернемся. Ага. Вот, и... Потом уже костюм, платье. У нас и платье. Так, ну давайте вот эти блузочки вот. Покажем. Рубашечки тут смотрю у вас. Ой, давайте. Смотрите, у нас есть тунички, которые закрывают попу. Есть кормящая, как вот такая моделька. Угу. На ней тоже замочки идут. Угу. Давайте я сниму. Давайте, ага. Еще много новинок будет. Как-то надеемся, что карантин у нас закончится. Угу. И у нас начнем работать уже. Это туничка, да, такая? Да. Смотрите, такая будет 2800 туничка. Она будет удлиненная. У нее тоже будут идти замочки для кормления. Для кормления. То есть у нас угу. есть такие вещи, которые будут именно идти. Вот. Хотелось бы, конечно, вот, допустим, чтобы сделать подешевле вот такого плана, ну, здесь надо ставить тогда другую ткань. Угу. А ткань у нас приходит с интернет-магазинов. После стирок не очень хорошее состояние. И скатывается, люди возмущаются. Тут к нам приходят те, кто уже обжегся. Угу. Поэтому мы стараемся вот цены держать. У нас в этом году очень сильно подорожал товар. Но мы стараемся как-то вот... Ну, насколько это возможно. Угу. Вот. Есть вот такой вариант тунички, смотрите. Она идет не кормящая, но такая стильненькая. Угу. Это тоже уже не Россия делает. Здесь, конечно, мы все это считаем по курсу доллара. 2800 такая, тоже удлиненный свитшот. Угу. Все это можно носить во время беременности и после беременности. То есть мы стараемся вот ассортимент расширить настолько, чтобы это можно было не только до 9 месяцев доносить, но можно было еще потом, потому что пока животик восстановится, можно все это еще носить. То есть угу. вот такие вещи. Так.
Ну, давайте вот в клетку, я смотрю, вон ХБшечка тоже у вас. Да, или вот эти вот рубашечки. Да, вот идет, у нас еще идет вот рубашка от Уника. Тоже, ну, средний ценник вот такой, 2800. Там была покороче моделька, но мы ее продали. Но здесь она идет, она будет идти, вот, знаете, как ну, чуть, наверное, ниже попы будет. Не то, что ниже попы, а чуть даже ниже середины бедра. Угу. Вот, то есть здесь будет она как мини-платье, что ли. Ну, вот такая рубашка, под которая лосиночки. Пойдет она и под леггинсы, и под лосины, и под джинсы. То есть ее можно подобрать под любой низ. Она идет фланелька, очень мягкая. Угу. Когда начинают мерить, к телу все приятно, потому что беременная очень капризная. И, допустим, то, что синтетика, ее просто они даже не берут в руки, они не хотят одевать. Поэтому мы стараемся вот держать марку и не заполнять. А давайте еще вот, вон там в конце рубашечку покажем, вот эту. Ага. Это маленькие размеры у нас остались, да, мы их тоже очень хорошо ними поработали. Тоже идет рубашка туника. Угу. Это хлопок идет полностью, длина до колена. Все это носится до и после. Такая тоже 2800. Угу. Так. Рубашечки, смотрите, вот такого плана покороче. Видите, то есть у нас есть и классика. Угу. Это имитация двойки идет. У нас их две модели. Одна будет моделька немножко подороже. Она идет у нас до 56 полного размера. Угу. Это тоже отшивают наши. Качество трикотажа не линяет. Так, жилеточкой, да, еще? Это она вшитая идет. Ну, она я поняла, идет имитация. Такая жилеточка. Кофточка 2900. Угу. Вот. Скидочки тоже мы делаем. И вот эту модель давайте покажем. Да. Вот так это будет 2,5. Угу. Она немножко будет, немножко другая будет. Угу. Смотрите, вот сюда сейчас ее повешу. Вот. Она тоже имитация двойки. То есть это все идет у нас и туника вместе с жилеткой. Это все вшито. Это будет 2500, там 2500, 2300 можно. Угу. Ну, так. Это уже мы как договоримся. Угу. Вот. Вот именно просто то, что вот этой блузкой мы работаем каждый сезон, и весну, и осень. Она у нас практически она у нас круглый год. Потому что ее она очень красиво и стильно смотрится на будущих мамах. Те, кто ходит, кто в офисах работает, учителя у нас приходят. То есть есть такие, которые вот именно, ну, как сказать, которые должны выглядеть соответственно. Не униформа, а дресс-код. Дресс-код. У кого есть определенный дресс-код, да. Потому что они по весне там еще светленькие у нас, серенькие были. Вот. Но самый такой вот... А давайте вот эти спорт-рубашки покажем. Да, да, смотрите. Да. Вроде бы классика, и в то же время спорт, да? Это идет туника, да. Это идет не Россия. Это идет вот эта дорогая у нас фабрика, потому что качество ткани... Ну, Россия таких... Ой, легкая такая. Россия ткань... Такая, конечно, будет 4200. Она по курсу доллара идет, но она тоже длинная, там, чуть ниже середины бедра. Вот такая стильная. У нас есть моделька, мы сейчас с вами посмотрим ее на витрине. Ее уже отшивает Россия. Там уже ценник у нее будет подешевле, и намного дешевле. Угу. Но такую ткань, как делают они, ну, мы нигде не можем такого найти. Какую-то альтернативу им. То есть они делают, мы закупаем там вещи, которые не делает Россия. Что-то такое стильненькое, модненькое. Я вам сейчас покажу еще спортивный костюм. Вот, именно в этой фабрике. Вот, это наши тоже делают. Вот рубашка туника. Видите? Мелкая-мелкая клеточка. Вот, они тоже попу закрывают. Все это можно носить и после беременности. То есть не обязательно. Потому что пока у них животики восстанавливаются, вещи такие вот. Вещи практичные. Не одноразовые. У нас очень много приходит клиентов, которые у нас были и 3-4 года назад, и 5 лет назад. И приходят в нашей одежде, в нашем белье. Все очень довольны. Кто-то советует нас к нам, вот, отправляют к нам людей. Потому что мы стараемся просто вот именно... нам не стыдно ее брать. Вещь качественная. То есть у нас идет в первую очередь, у нас идет подборка по ткани. Угу. Потом уже идет модель. Потому что можно поставить дешевую ткань, и модель, она испортится. И плюс то, что вот, ну, мы просто сталкивались уже с этим, да. Мы хотели вот джинсики. Мы заказали немножко более такой эконом-вариант. Вот, но когда мы их развернули, конечно, продавать это было просто, ну,
стыдно. А давайте вот это вот платье вот длинное, Ан, покажем. Вот. Это будет спорт. Спорт, да, вижу, чуть да. Чуть попозже его на витрину оденем. Они идут в расцветочках. Угу. Вот. Оно идет тоже, у нас платье идет кормящее. Вот таких угу. два варианта. Смотрите, я вам сейчас покажу. Одну будет прямую в пол. У нас очень много девочек нерусских приходит, которым нужно ножки закрыть. И ручки, и ножки. И ручки, и ножки, да. Оно в меру все прикрыто. И вот. Сколько стоит такая? Такое платье будет 4. Ну, угу. тоже мы уступали. И тоже оно еще будет для кормления. То есть это все носится угу. во время беременности. И это носится... Все. Под кроссовки кого спокойно, да, да, можно. Да, да, там оптовая цена уже пусть... Будет угу. связываться, да, это будет немножко отдельно. Угу. Вот. А так у нас вообще платья идут, у нас идут от 3. Вот. Конечно, новинки у нас сейчас приходят вот из-за карантина немножко подороже мы делаем, но мы стараемся, знаете, вот, ну, стараемся держать цену, насколько это возможно. Угу. Хотелось бы, конечно, все это сделать подешевле, но не всегда это получается. Есть вот такой трикотажный вариант. Оно у нас на манекене тоже одето. Стильненькая, модненькая. Вот она идет типа лапши, угу. ниже колена и тоже кормящая. Угу. Видите, то есть это все носится беременная. И вот у нас эта моделька, она стоит вот на манекене. Угу. Так, а давайте я покажу да. ее. Девочки, вот. Да, такой трепец. На манекене вот стоит. Да, вот она у нас стоит, вот эта моделька. Вот угу. такое платьишко у нас идет. И про рубашку. Давайте вот это, да, я да, так поняла. Красную, вот красную, которую мы показывали вам, да, которая отшивает Украина. Угу. Вот, у нас эту модельку вот отшила Россия. Угу. У нас там еще расцветочки должны по ним прийти. Там они выпустили их более яркие. Сколько на вот эта Россия цена? Ну, смотрите, тоже, в принципе, вот 2800 мы ее отдавали. По сути, 2900, 2800 вот так отдавали. Угу. Вот это двоечка. Есть что-то вот такое шифоновое. А это сколько? Вот, а 2,5. Ага, хорошо. Да. Ну, пойдем. Тоже до 52-го полного размера. Угу. Так, пойдемте тогда еще, обратила внимание, на у вас есть нижнее белье и ночнушки с халатиками, да? Костюмчики у нас еще. А, вот, давайте да. костюмчики покажем. Вот это Украина, он, конечно, дорогой, но он того стоит. И есть Россия у нас. Угу. Будут еще потом приходить новые модели. Это больше классика. Смотрите, тоже все вещи еще и для кормления. Угу. Здесь замочки и здесь вот замочек, видите? То есть это все носится до и после. Вот такой вот костюм, стильный, модный. Ну и ткань, вот Тамара, попробуйте, да? Ну да, хорошо. Скажите свое мнение, да. да, потому что это не Россия. Вот. Но он этих денег стоит. То есть, если вы сколько говорите... он стоит? Сейчас я вам скажу точно. Наверное, 6500 или 7500. 7, но мы 6,5 до 6 тысяч. Угу. По своим, когда у нас приходили девочки, да, у нас они и трусики, и колготки покупали, и белье. Конечно, мы скидки делали всегда. Мы всегда уступаем, насколько это возможно. Такой костюмчик вот будет, такой будет 4. Угу. Мы его продавали 4,5. Их осталось немножко. Поэтому вот 4 тысячи можно сделать. Здесь тоже идут штаны, которые можно носить прекрасно и после беременности. Они будут идти под живот. Угу. Такие, видите, модненькие на весну. И под кроссовки, и под балеточки, и под мокасины, под более спортивную обувь. И вот такая туничка. Угу. Такой его и на выход у нас брали, и на повседневку, и на работу. То есть все эти вещи можно носить и после беременности. Так, ну что, перейдем на ночнушки и нижнее и белье. Да. Пойдемте. Так, немножко здесь неудобно, но мы справимся. Так, смотрите, двойки халаты. Ну что, дорогие мои друзья, вот мы показали вам первую часть видео, одежду для беременных. Анечка, спасибо вам огромное, что вы рассказали, но мы не прощаемся. Я обязательно иду к вам, еще будем снимать вторую часть, потому что моделей очень много. А я вам не говорю до свидания, говорю вам, ребят, до новых встреч. И приходите на линию 10, павильон 60. У нас очень красивая реклама идет по садоводу. Именно что правильная одежда для беременных. Поэтому вы нас услышите, приходите к нам, всегда будем рады. А кого интересует, пожалуйста, вот еще раз повторяю визиточку.
выходите на WhatsApp, также все ссылки под видео, девочки, и мы для вас открываем группу для одежды для беременных. Также смотрите модельки. А я не говорю вам до свидания, говорю до новых встреч. И продолжение, как говорится, следует. Всем пока-пока. Пока-пока. Приходите к нам.